Сегодня мы в парке Кадриорг, прекрасная осень. Меня зовут Григорий Киселев, и мы вам покажем движение руки облака. Вот они такие простые. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Перемешивание облаков. Традиционное, классическое движение. Подъем, опускание и вытекание. Они могут выполняться в разных скоростях. И чтобы протестировать, насколько ваши руки облака наполнены энергией, качественно вы их исполняете, берем гирьку. 16 килограммов для начала. Можно 8, да, смотрите по своему самочувствию, здоровью, да. И в этом же состоянии стараемся сделать эти движения. Руки облака идут, да, вот они. Вот они движения. Вот они. Мягкие. Да, единственное, что подстроиться потом чуть-чуть под гирьку. Чтобы вы могли легко энергию даже при утяжелении не терять. Да, и вот эти же движения получаются у нас. Видите, они теперь насыщенные силой. Это не просто пустые движения, да, а в них есть насыщенность, энергия, сила, чувство. Да, потому что без чувства, без сильного чувства я эту гирю просто не подниму. Да, а если у меня есть задор и понимание движения, и я чувствую, что она легенькая, дружественная мне, то все легко получается. И можно замедлиться, и можно ускориться. И опять. И делаем несколько подходиков. Мягкие движения, движения с гирькой. И наслаждайтесь красотой Кадриорга.